7 единиц у нас рисующий свет и 5 единиц у нас заполняющий свет. Оба источника света находятся под углом примерно 30 градусов по отношению к 30-45 градусов по отношению к модели. Рисующий свет у нас меньше по мощности, больше по мощности. Заполняющий свет у нас меньше по мощности для того, чтобы создать мягкую тень на лице модели. В целом мы стремимся к так называемому рембрандтовскому освещению, когда модель выступает из черного фона и выглядит очень таинственной и завораживающей. А кожа стала все более белая и белая. Красавица, одним словом. Но это мы будем потом переозвучивать. Вот такая у нас замечательная совершенно модель Аришка, которая будет нам сегодня позировать. Мы сейчас ее будем одевать в средневековый костюм в стиле Веласкеса. Такая вот у нас испанская девочка, испанская принцесса. Видео сниму. Давай. Вот такая у нас есть замечательная модель. Аришка. Так, Лена, у нас ты будешь следить за временем. Качайся. Качайся с удовольствием. Не делай работу. Молодец, отлично просто. Да. И помните, что вы снимаете, камера стоит с моей стороны, не попой. Так, то сейчас, то есть мы уже сказали, да, ты принцесса, которая нашкодила. Но принц кто-то сделал то, что нельзя было делать. Но ты знаешь, что принцессы их заставляли вести себя очень важно, очень достойно. И вот это то, что ты нашкодила, у тебя только внутри, вот здесь вот в животе, как какие-то бабочки такие, да? Но ты стараешься быть очень серьезной и в то же время очень достойной. Потому что если будешь смеяться, тебе будет большое атата. Поняла? Так, сейчас мы поменяли точку съемки. Теперь у нас та же самая история в другом интерьере. Теперь наша девочка, принцесса, сидит, отдыхает. Может быть, она собирается читать сказки, тыры-тыры, растопыры. Так, так. Значит, мы снова поменяли локацию. Теперь у нас наша испанская принцесса качается на качелях и еще закусывает яблоком, чтобы было веселее. Да, точно, совершенно так. Оно не мытое? А ты сделай вид, как будто бы ты его ешь. Стоп, молодец. Так, сейчас у нас, Аришка, ты маленький паж. Садись, красиво поставь ножки вот так, одну за другую. Да, о, очень красиво сейчас. Можешь немножечко на стульчик плечиком, да. Давай, вот так. Вот так примешь. Сейчас знаешь что? Мы сделаем сначала так, а потом сделаем со свечкой, как будто ты ее... Сейчас затушишь и станет темнота. Как будто ты хулиганишь. Да, вот так? Так, со свечкой у нас будет следующим образом. Как у нас хулиганистая девочка... Вытирает пыль со свечки. Нужно будет потом сказать хозяевам. Ариш, вот эту свечку ты потом будешь делать вид, да, что ты ее душишь, да? Ну, посмотри на меня, как ты это будешь делать? Нам не видно огонь. Нам, чтобы было видно огонь, да, вот так вот будешь делать. И еще свечку повыше нужно будет поднять тебе. Нет, она не настоящая. Да. Так, ты какие сказки знаешь про царевну лебедь? Ты же знаешь, что жила такая царевна лебедь. Ты балет же знаешь? Лебединое озеро. Лебединое озеро. Вот ты кто будешь? Давай ты будешь вот этой, как ее, Адетта, да, которую там черный лебедь заколдовал и на ее место встала. И ты вся такая будешь очень нежная,
Томная и не будет срывать задник. Ага. Вот такая у нас совершенно замечательная лебедь получается. Особенно не крутись, да, чтобы у тебя не свалилось. Умница. Примерно вот так будет смотреть, да? Такой очень строгий такой взгляд. Молодец. Вот так мы создаем новый образ. У нас будет крестьянская девочка, очень веселая, которая живет, в принципе, неплохо. Активно у нас в работе всегда помогают мамы, потому что мамы очень любят, чтобы их девочки были красивыми. Тебе, Ришка, нравится этот платок красный? Ну вот ты теперь настоящая Ариша Тарановская. Значит, сейчас, Аришка, ты у нас все-таки к бабушке пойдешь с корзинкой. К бабушке пойдешь? Или от бабушки? Так, в лесу останавливаться будем с незнакомыми? А, значит, девочка непослушная. Так, и чем вся история закончится? А потом? А ты потом пойдешь еще раз в лес? Ясно. Еще очень веселая история у нас получается. Да, история, что надо.